вами Жека, и этот выпуск я хочу посвятить тому, чтобы разобрать, как же начать играть на гитаре. А первое, что вам будет нужно, это такая штука, метроном. Заниматься нужно только под него, без него смысла занятий просто нет. Второй момент, который нужно запомнить новичкам, это настройка своего инструмента, потому что расстроенной гитарой можно очень просто испортить себе слух, ну и, собственно, завязать с занятиями. Я использую два тюнера, чтобы точно настраивать гитару, вот этот и вот тот. И, ну, конечно же, это фирма Korg, потому что другие фирмы нормальные тюнеры не выпускают в принципе. Я надеюсь, вы запомнили эти два урока. Нужно заниматься под метроном, нужно уметь настраивать гитару. Rock.